Всякое действие вызывает противодействие. Поэтому вполне возможно, что будет вариант, ну, если не фашистского режима, то близкого к этому. Потому что страны должны защищать себя от такого потока мигрантов, от такого потока нежелательных элементов. Европейские страны имеют большой поток к себе мигрантов из прежде оккупированных ими территорий, и они должны восстановить свой статус, поэтому вполне возможно, что в этих странах установится режим, близкий к фашизму.